Всем привет, дорогие друзья! Мы рады вас видеть у себя на каналах. Это очередные пострелухи в Сурвариуме. Меня зовут Максим, со мной играет мой друг Вовчик. Да, всем привет! И мы опять воюем на церкви. И стараемся просто выиграть. Да, мне надо как раз для выполнения квеста выиграть еще один бой. Да, мне по идее 13-х положить надо. Будем стараться. Кстати, у меня этот был квест, два боя победить. Вот я один победил, потом там осталось что-то около 5 часов до завершения квеста, и я мне что-то лень было играть второй раз, вышел, сегодня захожу, там уже квест провалено задание, да. Ну ничего, сейчас настреляем еще. Есть один. Ой, откуда по нашему лупят? Как-то они слишком быстро добрались сюда. Что там, в здании? Да. Вон он. В окне. Вижу. Сработано на 100%. Ой-ой-ой, убил меня в здании. Вижу, как ящик с церкви несет, тип. Хотелось бы разобраться с ним. Ой, снайпер стреляет. Вот левым ухом слышу. Откуда он стреляет? Примерно? Ну, с левой стороны. Ой-ой-ой-ой-ой, кто-то по мне шмальнул. Так именно. Я тут заныкался за трактором. Ой, гранаты кидают. Ну, граната меня не убила. Честно, очень страшно. Еще одна граната. Ой, все. Не знаю я, куда я стрелял только что, но я уже еще плюс ко всему это отравленный. Все вообще в глазах рябеет. Рябит. Ничего не вижу вообще. Вовчик, чудом жив, ты не поверишь. Я еще так никогда не отравлялся, потому что... Ничего не видно вообще. Вот когда на свет смотришь, оно такое, знаешь, фиолетовое такое, яркое, что-то непонятное. Так, где этот долбанный? Так, 3-3 счет. Ах ты! Просто... А сейчас еще весь экран в крови тупо заляпанный. Потому что у меня голова красным горит, рука... А не, уже желтым. Так, паренек... Так, еще один, а у нас тем временем кто-то ящик уносит. Надеюсь, наши отобьют. Я тоже у них ящик уношу. На всякий случай. Но сейчас меня убьют сразу. Меня, наверное, убьют сейчас. Да, готов. Мне стоит, что мне, наверное, мотылек сядет, и я упаду. Потому что... Ну, не знаю, если я... Ой. Готов. А ты знаешь... А ты знаешь, что вот только что была голова красная, сейчас уже желтая стала. А, ну да, но с красного постепенно на желтое переходит, но дальше нет. Ага. Ты просто не поверишь, я тебе, ну, обязательно зайдешь, посмотришь видео мое. Желательно, конечно, что зашел пострел. Вот, посмотришь, как я сейчас себя чухаю тут. У меня все такое, как будто я грибов объелся, знаешь, что такое состояние какое-то. Давай, иди. Старайся прикрыть. Да, это... Чудо такое волшебное, что я еще троих умудрился там положить. И... Ну ладно, скажу гоп, когда уже положу ящик. Да. Кстати, надеюсь, ходят слухи, что до конца этого месяца выпустят новый патч. В котором добавят, как вроде бы, основное добавление будет это скиллы. Ну, умения какие-то, даже не знаю, что там будет. Ах ты ж, ух ты ж. Зандербот. Чё я делаю? Куда? Та, не я. Может тут артефакт какой-нибудь есть? А, вот лично, вот. Всё, я не пойми, что наделал вообще. Давай, перебери. Применяю. И вот он. Куда стрелять? Вот он. Так, ты там на болотах? Как же? Тут ты. Ай-яй-яй. На болоте. И так я его увидел, у меня нет. А потом просто... Я как-то потерял его из виду, потому что все равно как-то я какой-то... О, наконец-то, сейчас все видно замечательно. Тогда все равно все такое темно так было как-то. Начал стрелять не пойми куда. Я уже забыл, что такое нормальное состояние. Убил? Следить меня хотел. О, да. Есть.
Ой, есть, блин, все, из окна есть. Положили. За домом с окна там меня убили. По идее его положили, да? Да. А я отомстил все-таки тому, кто туда меня. Так, 4 на 4 счет, и два ящика еще не найдено. Возможно, на церкви, если. Ой! Возможно. Опять стреляют. Снайпера там лупят. Да, и, или нет. Ну пошли, я иду поверху, пошли на церковь, проверим. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, снайпер. Стреляю, да? Лупит. Ой, вижу, вижу, и вижу. Все, снайпер убил. Откуда ты с их базы стрелял? Под люка какая-то сидит. Блин, у них уже 5. На. Подлый крыс. Твое имя говорит само за себя. Зашухариться он решил. Так, уже 5 ящиков у них. Все, мы проигрываем. Это хреново. Это очень рисково, что я сейчас делаю. Тут... О, вижу ящик. Да, и они меня уже засекли. Сейчас начнут шмалять. Они уже шмаляют. Ой-ой-ой, солнце, твою мать. Думаю, все, идет нам на базу. Было бы хорошо, если солнце на базу идет, да? Нет, солнце меня ослепило, я не смог типа убить. А, вот это, конечно, под лучами. Это плохо, потому что я сейчас ящичек несу. Вот было бы неплохо, если мы с тобой встретились бы, чтобы меня прикрыл. Я к тебе иду. Давай. Какое-то затишье перед бурей. Там где-то стреляют. Вдалеке. Так, давай я сейчас первый зайду на базу, чтобы там... Давай, давай. Ну, вроде бы никого, давай ложи. Все, идем. Так, 5 на 5. Все, теперь надо отжимать у них ящики. Давай. Хотя бы один, чтобы мы выиграли, у меня выполнился квест. Ну что, давай по левому флангу пойдем. Ну пошли, пошли. Там как раз у нее тактичная стрельба. Ага. Вижу одного. Вижу, вижу, вижу. Там и по самому левому флангу через дальше, чем этот. Остановка. А вот еще снайпер стоит, снайпер. Аккуратно. Где, где он стоит? Он стоит слева, слева вообще там. Объяснил, да? Да. Ой, что такое, снайпер? Куда ты убегаешь? Иди сюда. От подлюка убежал все-таки. Твою мать. Тебя убили, в да? здании, в 47-м доме. Вот это наше. Ага. Да, что-то я перестал убивать. Так как? Подожди. Да. Нет, все. Бред что такой такое? Дикий вообще. Ой, ля, у нас ящик уносит. Ты шо, пес? Я просто стрелял в него. Загорелась опять-то красная цель. Ну, покраснела. Лежать. Отлично. На капканах откинулся. Замечательно. Правильно, когда ставят сразу два капкана, тут уже все. Да. Сразу два срабатывает и все, убивает. Но сейчас было так обидно. Я его расстрелял, и потом, ну, цель покраснела, я бросил стрелять. Ну да, да, вот это часто подводит, что оно краснеет, когда ты не убил. Ну, и не пойми, все. Что это. Или глюк, он... либо он полечиться успевает, даже не знаю, что оно такое. Да, вон он, снайперок. Снайперок стреляет, как никогда. Иду с пулем, иду. А, без шансов. Так, на этом, вот здесь, на маленьком домике слева. Забежал там один. Блин. Расстреляйте их всех. Убили его? Ну то смотри, развелось снайперов. Так, 5 на 5. Гадких. А мне дайте добраться до базы. А вот он, вон он сидит, да, он получается... Если идти через дома, по правой стороне, прямо возле спуска к болотам. Ага. Снайперок их не от стороны.
Держим оборону, вернее, наоборот, может, как бы уже отбиваемся, но... Там мы и отбиваемся, и наступаем. Ну да. Ой, чуечка у меня вот, кажется, что... С двух сторон! Как? Они к нам на базу идут или что? Не пойму. Да, готов. Что-то перестало вообще вести в игре и вообще... Нифига, что не получается. У меня он как раз счет 5 на 5, ящиков 5 на 5, у меня счет 5 на 5. Может, это должно что-то значить? Да, ё-моё, с трех сторон стреляли, твою мать. А это... меня с двух. Как я должен был отбиться тут? Так, блин, неужели мы не отожмем ничего? Ну, главное это, чтобы у нас хоть ничего не отжали. Тебя устроит ничья, да? Да хотя бы. Чтобы и они проиграли тоже. Ой, свистят пули. У меня такое чувство, что прям в прыжке убил снайпер. Блин, когда ведут голосовой чат, а? Я так хотел сейчас нашему крикнуть сзади. Угу. Но его уже, наверное, нет, да? С нами. Мне кто крикнул, да? Сейчас вдвоем тебя расстреляю. Я так? Как бы до базы до их не добраться, я не врубаюсь просто. Я что-то дальше середины карты не я дохожу. Я сам точно так же, я и до церквушки не знаю, добегу сейчас я или не добегу. Они там жестко на... Ой-ой-ой! Фух, с перепуга. Крысу эту дебильную замочил. Я даже на мушку не целился. Вот, ящик у них подобрал кто-то. Да. Ну, по идее, сразу же и хлопнули. Ну да. Ой, летят пули. Шальные пули. Так, а где тут парень был? Его убили? Либо он тут поселится. Где-то на остановке. Ой, он меня видит. И я его вижу. Ой, куда стрелять? Куда стрелять? Та, не. У меня с пистолетом. Что там творится? Шесть. Да твою мать! Но я в него сколько пуль попал? Как он меня с пистолета убил? Фу, да, классненько мы играем. Угу. Ой, я что-то как-то отвык вообще на мушку стрелять после Вульфенштейна. Я сам точно так же. Ой, вон снайпера бегают. Я не понимаю, они вообще охренели, что ли? Да, там снайпер, кстати, по левому флангу их не шел, он не убил. Они чисто держат. Гранаты кидают еще те. Вон снайпер, аккуратно. Сволочи. Или не снайпер. Недоделанные. Та. Это наш манечка-то. Перезарядись. Нет, чтоб развернуться и стрельнуть. Нет. Да ёпт. Зачем? Тот как так вообще? Та нет. Я не понимаю. А я вижу, сейчас он ящик возьмет такой, думает, да, я крутой, круче всех. Круче меня только вареные яйца. А вот не тут-то было, друг мой, ситный. У них кто-то отжал ящичек. Угу, это очень хорошо. Так, вижу. По идее, если не показалось. По левой стороне, Вовчик. Ой. Вот, да. Так, как он мне? Та, ё-моё. Надо было подбежать, тебе помочь. Так, не вижу. Вижу! Так. Ой! Та! У них два ящика отжали. Так, и они, походу, идут за нами. Нет, да? Все, они сейчас за нашими ящиками. Я на защиту ящичков иду. Давай, я тоже побежал. Давай, держим как угодно. Граната! Гранатами меня закидут. Так, хрен пойми, что произошло вообще. У нас ловят ящики, все, мы проиграем, если мы не положим. Не. А, да, подожди, они что, поскидывать успели? Быстрее, ложите ящики. Все, я не смог, да расстреляй, пожалуйста, друг. Да, молодец, расстрелял тебя, закидывайте. Ой, тут они капканов понаставили. Да, но они сами там, один из них и сдох, блин. Фух.
Вроде выиграли. Если те сейчас те два ящика не закинут, да не все. Фу, вот это было, да, наверное, один из самых был, тяжелых, напряженных боев из всех, что... Да. Ну, вот это мы да. Хоть победили, да. Не особо благодаря нам, но хоть победили. Да. Я даже на статистику толком не глянул на каком-то месте. Ну, хоть квест выполнил. Я, увы, квест не выполнил, но ничего страшного. Да. Главное то, что победили. Тут победили, просто да. Принцип стоял такой. Да. Ну что, будем завершать серию? Ну да. В общем, подписывайтесь на наши каналы. Да, ставьте лайки. С вами был я, Максим. И я, Вовчик. Всем пока. Всем пока.